До 1 июня, дата официального открытия купального сезона, использовать маломерные суда на белгородских водоемах запрещено. С профилактическим рейдом на водоемы города сегодня отправились инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам. С теми, кто заплывает за буки, предстоит профилактическая беседа. Для тех, кто уже вовсю рассекает водную гладь на моторных лодках и гидроциклах, у инспекторов наготове административный протокол. Много ли нарушителей удалось найти, расскажет Дарья Маслова. Горячая пора у инспекторов Государственной инспекции по маломерным судам начинается задолго до официального открытия купального сезона. Их задача – не допускать несчастных случаев на воде и пропагандировать среди отдыхающих правила поведения на водоемах. Молодой человек, ну буйки-то, наверное, для этого предназначены. Это пляж на песчаном карьере. К купальному сезону еще не готов. Нет ни медперсонала, ни спасателей. А вот отдыхающие уже имеются. Инспекторы контролируют горожан по ту сторону буйков, чтобы даже самые уверенные в своих силах пловцы не покидали отведенную территорию. Также возвращают за буйки купающихся на матрасе. Здесь может подняться шквалистый ветер. Резко поднялся, да, унес куда-то далеко. И он там может буквально в смысле, да, лопнуть. А если человек не умеет плавать или плохо плавает. Обязательно замечание и как бы транспортируем их на берег вместе с матрасом. А это акватория центрального городского пляжа. Спасатели здесь дежурят круглый год. Последний день рабочей недели для них оказался не самым спокойным. В пьяном виде ездят люди. Сегодня, наверное, пятерых забрали. За быки не подплывают, не нарушают их больше. На матрасах плавают? Плавают, но контролируют инспекции использования маломерных судов. В соответствии с постановлением правительства Белгородской области до 1 июня кататься на гидроциклах, моторных лодках и прочих суднах запрещено. Однако некоторые все же нарушают закон. Эта пара поспешила пришвартовать лодку к берегу и избежать неприятного разговора с инспектором. С нарушителями у инспекторов ведется профилактическая беседа. В ней настоятельные рекомендации соблюдать закон. К примеру, как сделал владелец этого судна. Видим, сейчас вот эта моторная лодка в данный момент не эксплуатируется. То есть стоит у причала, пришвартована полностью, зачехлена. В данный момент к хозяину претензий никаких нет. Патрулируют акваторию белгородских водоемов госинспекторы ежедневно. Нарушения попадаются с каждым днем все реже. Однако это не повод прекращать работу, говорят сотрудники ведомства и напоминают горожанам: бдительность – залог безопасности. Дарья Маслова, Дмитрий Еремак, к этому часу, Белгород.